Адвокат! Народный артист России, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов. Здравствуй, Россия, наша великая, богом хранимая страна. Вы меня рассмешили. Поздравляю нас всех с праздником воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Крым наш или не наш? Не наш. Наберешь чужое, и ты сделаешь своим. Я читал историю России и в курсах за... Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! На карте мира еще не было многих стран, в том числе и США. Но уже тогда России завидовали, пытались захватить, расчленить и уничтожить. Почему? Мнение свое бы, как бы донести, пишут долбоебы в мировой сети. Но наши враги никогда не поняли и сейчас не понимают, да и не поймут никогда, что главная наша ценность – это наша вера и наш великий, могучий, справедливый и добрый народ. День влюбленных огремел, слава февралю! Снова я своей невесте поебал убью! Опа! Пиздец! Товарищи, мы избрали нашего президента. Может быть, вы, деятель культуры, не голосовали за Владимира Путина, но большинство нашей страны избрал этого президента. И я глубоко убежден, что президент делает то в данный момент, что должно и нужно именно в данный момент. И вот эти крики «Остановите войну», я вам отвечу, ребята. Президент именно этим занимается. Он останавливает войну. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я знаю, что придет день, и на главной площади нашей страны пройдет новый парад, где плечом к плечу мы будем вместе, русские, украинцы, белорусы, весь наш многонациональный российский народ. Алло, я не знаю, что мы не робить? Что такое? Закупать не хочет, выкинуть. Вы сейчас сказали так с такой горечью про Певцова. Я не знаю. Мне кажется, жестокая ошибка. Во всяком случае. Я Певцова давно знаю. Прекрасный, талантливый человек. Я не знаю, как это случилось. Как можно так себя предать? Ради чего? А я сейчас вам покажу.